На дворе погода совершенно не свойственная концу февраля. Нулевая температура, практически 100% ясность и отсутствие ветра. Именно такой картиной удивил россиян конец февраля. Конец февраля, а погода у нас уже мартовская. Потому что сейчас среднесуточная температура должна быть порядка минус 8 градусов. А она у нас в действительности градус минус 2, минус 3. И поэтому вся декада до 6 марта она будет аномально теплой, примерно градус на 4-5 выше климатической нормы. 0 градусов по Цельсию – это на 8 градусов выше среднемесячной температуры этого периода. По словам экспертов, причиной этому стал сибирский антициклон, из-за которого снизилось до минимальной отметки количество осадков, а также южные потоки, вследствие которых стало теплее. Вот Казань. Видите, светло? Это как раз вот сегодняшний солнечный день. Вот пока у нас антициклон. Это антициклон, область высокого давления, сибирский антициклон. Но затем все-таки вот подойдут к нам осадки, но не так много. В ближайшее время действительно осадков больших не предвидится, потому что мы находимся и под воздействием вот этого так называемого сибирского антициклона. И здесь тоже потоки так устроены, южные потоки. Поэтому у нас солнце. Сегодня солнце. И некоторые дни, это солнечные дни, у нас тоже будут иметь место. Можно с уверенностью сказать, что хорошая погода будет радовать нас еще целую неделю. Однако прятать в далекий шкаф теплой куртки не советуем. По ранним прогнозам, после 6 марта наблюдается похолодание. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.